Владимир, вопрос. Ну, научите меня, как стать исполнителем директора на Экспо. Yes. Да, хороший. Познакомился с Reflame 23.05.2016. Значит, чтобы стать исполнительным директором Reflame, компании Reflame, надо вырастить 12% директоров в первом уровне. Для того, чтобы вырастить 12 директоров в первом уровне, надо как минимум пригласить 12 человек в первый уровень. Дальше надо проверить их на обучаемость. Как это делается? Еще Владимир Ильич Ленин говорил, что такое советская власть? Это электрификация плюс контроль. Контроль. То есть, как проверить человека на обучаемость? Дал задание, проверил. Дал задание, проверил. В случае чего? Слабое звено. Следующий человек. 12 человек вырастет. Слабое звено, знаете, это не значит, что надо человеку ставить крест. Это значит, что просто надо его заменить более активным человеком. Есть такой закон Паретта, который говорит, что 80% всей работы делают 20% личного состава. А оставшиеся 80% личного состава делают оставшиеся 20% работы. Из этой закономерности есть очень интересный вывод. 80% времени надо тратить на тех 20% людей, которые делают 80% всей работы. Не сложно? Оставшиеся 20% своего времени надо тратить на 80% людей, которые делают оставшиеся 20% работы. Результат. Единственный критерий успеха человека – результат. Мы работаем на результат или хотим всем помочь? Результат. Этот не может, не хочет, спасибо, следующий. Результат. Владимир, скажи, пожалуйста, а ты вот со всеми людьми работаешь вот, с лидерами как с лидерами, с продавцами как с продавцами, с пользователями как с пользователями? Я говорю, нет, я просто фокусируюсь на лидерстве. А вот у нас есть директор, она работает с продавцами, как с продавцами, с покупателями, как с покупателями. Я говорю, какой у нее результат? Ну, там уже 5 лет, скоро директором станет. Я грамотно излагаю.